Котлы с супом кипят уже с раннего утра, чтобы к приходу первого посетителя в 10 часов все было готово. В день здесь варят около 20 литров супа, хотя раз в неделю суп заменяет другое блюдо. Сегодня будет картошка и соус из молотого мяса с салатом из маринованных огурцов. Овощи, фрукты и ягоды выращивают сами самаритяне, а остальное докупают у местных крестьян. Малоимущих молодого возраста приглашают помогать в работах на огороде. Впрочем, желающих отработать обед найти трудно. Заставить работать трудно. Если 3 часа поработал, даем неделю есть бесплатно. Есть всегда готовы, а вот работать – это для них слишком тяжело. В день суповую кухню посещают около 30 человек. На самом деле желающих пообедать бесплатно намного больше. В год самоуправление тратит на это 1500 евро. Мы ограничены в средствах. В критических случаях идем навстречу. За помощью обращаются в основном мужчины с маленьким доходом и без социальных навыков. Айспута – первое место в Латвии, где открылась суповая кухня. Она работает уже 23 года. Этой осенью Салацгривском крае проведен